Хабезе прошел творческий вечер, посвященный сразу двум юбилейным датам, относящимся к известным лирикам Дагестана. 90-летие народной поэтессы страны гор Фазу Алиева и столетие со дня рождения советского и российского поэта, героя социалистического труда, народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. К лирике дагестанских мотивов приобщилась и Фатима Даурова. Сценарий творческого вечера по сюжету должен был раскрыть историю дагестанской поэзии через призму творчества двух поэтов-современников – Фазу Алиевой и Расула Гамзатова. Авторы мероприятия постарались через яркие номера вовлечь зрителя в атмосферу поэзии. Тому способствовали выступления чтецов, сопровождаемые красивым музыкальным фоном. Стихи известных поэтов прозвучали на трех языках – русском, аварском, черкесском. По-особенному прозвучала поэзия народной поэтессы Дагестана Фазу Алиевой из уст Абдул-Вагапа Абдул-Пахатова, совсем молодого декламатора, который прочитал строки на родном аварском языке. Лауреат из Луцара, Цикара, Димун Бокула, Ирак Дагестан. Два великих поэта Дагестана жили в одно время и удивительно дополняли друг друга. Лирики, воспевшие в своих стихах родину, добро и человечность. Имена из горного края, составившие славу кавказской литературы. Нет в стране человека, который не слышал бы знаменитую песню «Журавли» на слова Расула Гамзатова. В этот вечер легендарное стихотворение прозвучало и на черкесском языке в исполнении Магомеда Газимагомедова. В программе вечера состоялись и премьеры авторских песен заслуженных работников культуры Лидии Тамазовой и Али Джумаева на стихи дагестанских лириков. А ансамбль народного танца «Чинар» исполнил зажигательный танец из страны гор. Представитель правительства Республики Дагестан в Карачаево-Черкесии Магомед Магометов и его заместитель Рамазан Манапов, которые были приглашены на творческий вечер, поблагодарили работников районного дома культуры аула Хабез за организацию такого мероприятия. Их вклад в развитие межкультурного и межнационального развития между регионами был отмечен грамотами и благодарственными письмами правительства Республики Дагестан. Зурида Мамхягова, заслуженный работник культуры Карачаева-Черкесии, была награждена почетным знаком за укрепление межнационального мира и согласия. Будут провести мероприятия по юбилею, по столетию Расула Гамзатова. И мы надеемся на вас, даже мы получили программу проведения этих мероприятий. И первый, и никто, даже, наверное, еще до описания, наверное, никто эту программу, наверное, не составил. Эту программу составили вы, вот, работники культуры, Дома культуры Хабезского района, и мы получили вам огромную благодарность и спасибо огромное. Два современника, Расул Гамзатов и Фазу Алиева, открыли Дагестан всему миру, показывая в своих стихах душевную красоту горских народов. Масштабность и мощность мужской поэзии Гамзатова дополнялась нежностью и поэтичностью женской лирики Алиевой. В рифме их стихов каждый из присутствующих на вечере по-своему открыл грани таланта двух поэтов. Фатима Даурова, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия.